спорта в Республике Мариэлс и в связи с празднованием 80-летия Дня физкультурника благодарность Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Мариэлс объявляется Пальцевой Риме Алексеевне, заслуженному мастеру спорта России по легкой атлетике, чемпионке России, чемпионке мира по суточному бегу. Награжденной медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью дочерям отчизны.